Да уваги громадян. У период с 20 по 22 красавика на территории Польши вводятся часовые обмежования на рух великогрузного транспорта. Это связано со святкованием Великого дня и проведением разных религийных мероприемств. Так, полная заборона на рух великогрузов по польских дорогах уводится 20 красавика с 19 до 23 годин. 21 и 22 числа с 9 годин раницы до 23 годин по белорусским часе. Для больш комфортного пересечения мяжи у даденный период водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты руху. Обмежевание не распаусюджуется на автобусы международных напрямков.